Кострище, разбросанный мусор и стихийные свалки. Такая картина предстает перед глазами всех приезжающих на берега нашего водохранилища. Дачники, глядя на то, как отдыхающие раскладывают палатки и обустраивают стоянки прямо возле всей этой красоты, пребывают в недоумении. Периодически мы ходим вот сюда за грибами, посмотреть там где-то ягод собрать, что-то там, и просто с детьми прогуляться. И вот мы обратили внимание, что у нас очень загажена вот эта сторона леса, которая примыкает к водохранилищу. Подавляющее большинство здесь приезжают иногородних. Здесь все ссылаются, что это дачники, но это нет. Здесь много Смоленск, Калуга приезжает, Брянск. И вот все, что мусор оставляют, самый бич это мусор. Ну, вырубают, естественно, деревья, костры жгут. Вот. Мешков сейчас много везде купить, но это все нужно делать, говорится, вывозить, заниматься этим. А здесь проще все это бросить и все. Надо отметить, что не все, кто приехал отдохнуть и порыбачить на живописных берегах Десногорского водохранилища, так наплевательски относятся к окружающей среде. Многие шокированы человеческим свинством и безалаберностью. Места здесь нравятся. Мы ездим сюда каждый год и по несколько раз. Как бы приехали туда, вот там мусор просто. Люди не выносят мусор за собой. Мы все время вот мешки и вывезли. Там в начале Кукуевки есть мусорка, ну выкиньте вы. Прямо в мешках, там же все и лежит. Многие люди уезжают и оставляют за собой мусор. В частности, пакеты даже вот собранные, боятся за собой вывезти. Бутылки, банки, как бы, если бы такие оставляли отходы, которые гнивают, а то целыми помойками вот на пляжах валяется этот мусор. Конечно, неприятно, потому что на некоторых местах вот эти помойки, вот один кто-то кинул, два человека, три, потом они разрастаются год от года. На некоторые места приезжаешь, там как было чисто, так и есть, люди за собой убирают. А на некоторые вот такие вот кучки, ямки, которые никто не вывозит. У нас пакеты стоят, мы собираем, так мы еще помимо этого берешь кучу пакетов, чтобы вот это убрать. А люди сами же знают, приезжают, убери ты это за собой, ведь... Ты ж не первый раз и не последний сюда приехал. А так бы очень замечательно. И действительно, как приятно было бы отдыхать на чистых берегах, купаться в чистой воде. Ведь оставленный мусор вместе со стекающей водой от проливных дождей попадает прямо в водохранилище, что наносит непоправимый ущерб акватории и губит рыбу. Неужели так сложно собрать за собой мусор и вывести его? Тем более, что на каждом поле в Кукуевке стоят контейнеры.